При выборе компрессорного автохолодильника стоит учитывать, что в отличие от обычных домашних холодильников, он должен быть рассчитан на работу в тяжелых, жарких условиях. То есть компрессор должен быть рассчитан на продолжительную, непрерывную работу, а также выдерживать постоянную тряску, вибрацию и наклоны. Ведь при движении на автомобиле без них никак. Очень полезной функцией является защита от разрядки аккумулятора. Эта функция позволяет отключить холодильник от питания, если уровень заряда вашего аккумулятора приближается к критическому. Таким образом, вы можете не беспокоиться о том, заведется ваш автомобиль или нет. А холодильник автоматически возобновит свою работу при повышении уровня заряда аккумулятора. Всеми этими качествами обладают компрессоры всемирно известной компании SECOP. Не зря именно этими компрессорами оснащаются профессиональные автохолодильники, которые устанавливаются на грузовики мировых марок, таких как Scania, DAF, Volvo, MAN и других. Также ввиду ограниченного места в багажнике, автохолодильник должен обладать компактными размерами, то есть толщина стенок изоляции должна быть оптимальной. И главное, чтобы ваш автохолодильник служил вам долго, обязательно обратите внимание на то, чтобы испаритель был защищен. Защитой может служить решетка, пластиковая или алюминиевая поверхность. Нередко в автохолодильниках устанавливаются металлические корзины для продуктов. Именно они в некоторых случаях могут послужить причиной повреждения незащищенного испарителя. Приятного вам отдыха!